Varsuga küla on 2003. aasta maigu viimane päev. See Koola poolsaare lõunaranniku suurim küla on koht, kus kohtuvad maailma algus ja lõpp. Piiriks Varsuga jõgi. Kumb kallas on lõpp ja kumb on algus, on iga ühe isiklik arusaam. Selle küla ja tegelikult kogu Terski Peeregi hingekarjane on võimsa välimuse ja sügava silmavaatega vanempreester Mitrofan. Läksime õrna lootusega, et äkki preestri härra lubab meid korraks kirikusse sisse piiluda ja jälle grammi võrra targemaks saada. Sattusime aga ääretult huvitava ja sümpaatse inimese otsa. Elu näinud mehena tekis tal täiesti põhjendatud küsimus. Aga почему вас это привлекает? Потому что мы такие путешественники. А то есть это вас такой интерес, да? Да. Но тут никаких корней у вас нету, предков. Корней там. Только кроме этого, что мы нашли, что у Попова жена одного бора эстонка. Вот все, весь момент прикосновения. Да. Понятно, хорошо. Заходите сюда. Mitrofan on terane mees ja taipab, et meie huvi on siiras ja aus. Oleme tere tulnud. Kuidas, millal ja miks just Varsugasse saabusid esimesed õigusupreestrid? Значит, все началось в конце 14 века. И все православие на русском севере началось с Варзуги. Варзуга первое поселение здесь. С монахов Никола Карельского монастыря, который находится в районе вот Архангельска, в тех краях. Там был монастырь. Монастырь сюда направил монахов вот на эту реку, очень сёмужную реку, на рыбные ловли. И разместил здесь скиты монашеские. Это с этого началось Варзуга. И в силу того, что это были монахи, конечно, с этого началась и вера здесь. Вот. Это первое поселение монашеское было разрушено варягами, 1419 году. Вот. Сожгли, как сказано в летописи, погост варзужский, и дальше пошли они и сожгли и сам монастырь, то есть, ну, было нашествие такое большое. Поэтому Никола Карельский монастырь здесь утратил свои угодья и рыбные ловли. И сюда потом направил уже монастырь Соловецкий. Вот, так что сюда направились соловецкие монахи, и уже вот они тут закрепились основательно. Вот. Тут были и нашествия, и разорения, но тем не менее жизнь тут не прекращалась, и вот эти все церкви, Успенская церковь, вот это вот, вот, ну не это здание, это здание 1674 года, вот, а первоначальные здания тут появились в 15 веке, таких церквей основательных, на той стороне, та сторона села называется Никольской. Вот это Никольская сторона, вот вид отсюда, потому что там всегда была Никольская церковь. Эта сторона называется Успенская или Пречистенская, то есть в честь Пресвятой Богородицы, Пречистой Божьей Матери, потому что здесь всегда была церковь Успения испокон веку. И вот две стороны села, Никольская, Успенская. Всегда здесь были священники, всегда были люди, прихожане. Как раз вот с того места, где мы стоим. Да. Тут дома священника не было. Вот этот снимок. Это конец 19 века. Так это выглядело тогда. Мы сейчас пытаемся восстановить все. А это вид на ту сторону. Видите, купола видны. Теперь сейчас ничего не видно. Вот на той стороне такая церковь стояла. Но сейчас нет. Сейчас в ней магазин. Купола все в 32 году скинуты были. Все это уничтожено, это все разрушено, это все разрушено, это тоже, это в Умбе. Вот, а это Кузьмень. Кузьмень, вы сейчас туда пойдете, в Устье. Все это нарушилось с 32 года где-то приблизительно, когда начали отнимать церкви, устанавливать колхозный строй.
изгонять священников. Фактически последний священник здесь был в 1939 году. Потом он был арестован и скончался в больнице города Мурманска. В тюремной больнице. Церковь сохранилась только вот одна, вот эта Успенская, красивая, да? Ее оставили как памятник. Она стала музеем. И с тех пор она стояла как музей, там был закреплен сторож, она стала объектом Министерства культуры. Поэтому да, здесь был клуб в этом храме. Мы можем тогда пройти туда, да? Митрофан ei pahanda, kui me küsime tema enda elukäigu kohta. Pigem vastupidi. Пути Господни неисповедимы. Ну что, я отслужил на Северном флоте 26 лет. Вот. Командовал кораблями, на штабной работе был. Но потом Господь призвал меня. Вот. Я теперь оказался здесь. Вот. Стал монахом и живу вот здесь уже третий год. Три года, вернее, уже четвертый год. Ну, вот таким вот образом. Североморский, да? Североморский я был, да, там у меня. Ну, дети у меня сейчас взрослые. Вот. В Петербурге. Я-то, в общем-то, родом из Петербурга, коренной. Ну, Господь призывает в какой-то момент, и ничего не можешь сделать. Все это вот так вот раз, и все меняется. Я никогда в жизни себе это не представлял, и семья у меня была неверующей, и отец офицер. То есть, это коммунисты, все, как было положено, и вдруг все это. Вот это древняя икона святителя Афанасия Великого, которому посвящен храм. Это храм святителя Афанасия. Вот мы ее отреставрировали, теперь мы имеем возможность у нее молиться. Она приобрела более достойный вид. Она была совершенно темная, все было осыпавшееся. Вот. Также, конечно, уникальной является он та икона. Икона страшного суда Господня. Икона страшного суда. Вот. Икона это очень сложная для понимания. То есть, глядя на эту икону 17 века начала, начинаешь понимать, насколько глубже и мудрее были наши предки, потому что она настолько насыщена такими философскими всякими и богословскими символикой и концепциями, которые нам даже, вот тут надо для того, чтобы тут разобраться, надо брать книгу, значит, и вот там по книге смотреть и думать, что же это такое. Тут означает каждая вот эта фигура, каждый сюжет. Вот. Как известно, по преданию вообще-то Русь, ну, крещена князем Владимиром тысячу лет назад, да? Так вот, решение об этом крещении князь Владимир принял, глядя вот на эту икону. Ну, не на эту, конечно, но на такую икону страшного суда. Когда греки к нему приехали, и вот говорят, что он очень долго смотрел и расспрашивал, что есть что. И вот он решил, что креститься в веру православную будем мы. Вот он настолько, да, глубоко он в это дело вник, его потрясло все, что ему рассказали об этом, о судьбе человечества, о судьбе каждой души. Вот душа, например, вот видите, она видна, вот у нас душа, да? Вот мера дел человеческих, взвешивающихся перед ликом Божиим, добро и зло, да? Каждый ответит за это, по этой мере, и ему будет дано. Видите, вот в данном случае, ну, ситуация так хорошая, благоприятная, перевешивает чаша, да? Вот. Но нас давят вот эти грехи все, видите, вот этот змей древний. Сколько тут грехов? Ложь, осуждение, да, празднословие, гордость, ленность, зависть. Это все наши грехи, которые нас влекут в ад. Сплошная символика и очень глубокая мысль.
основное место сейчас служения, наш главный храм святителя Афанасия. Я сначала как бы не очень мог понять, почему в каком-то далеком поморском селе храм построен в честь святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Это 4 век. То есть, казалось бы, ну, все-таки довольно далекие события, и насколько это может быть близко людям на Поморье, скорее строят в честь Николая Чудотворца, Божьей Матери, да, там. А почему Афанасия? Я только совсем недавно узнал, в чем тут дело. Оказывается, на Поморье всегда был большой праздник Афанасьев день. То есть вот день памяти святителя Афанасия, он совпадал с днем возвращения солнца после полярной ночи. То есть когда солнце, наконец, скрывшееся на несколько там месяцев, там, или ну, на полтора, наверное, месяца, оно точно уходит окончательно. И вот она в Афанасьев день как раз возвращается на Поморье. И поэтому как бы вот этот день святителя Афанасия для поморов древних, он всегда был очень, конечно, важным. Вернулось, наконец, солнце. Наша древнейшая чудотворная икона Божьей Матери Архангельской. Она удивительна тем, что она очень древняя, но, глядя на нее, этого не скажешь. Но она не всегда такой была. Еще год назад, не год уже, уже два года. Почти два года назад она была совершенно темная. Вот. Серебро это было тоже совершенно темным. Вот. Она была старая, и лика не было видно. И у нас произошло вот такое чудо. Можете вот посмотреть, чудо, известное в православии, как чудо обновления иконы. Вот она сейчас приобрела вот такой вид без вмешательства человека. То есть это как произошло? Это произошло так, что мне стали задать вопросы, а кто, значит, типа, реставрировал икону? Я спрашиваю, какую икону? Говорит, ну вот у нас такая икона, кто-то реставрировал. Я говорю, ну нет, подошел, смотрю, думаю, а что это она такая какая-то. То есть как это все произошло незаметно, совершенно, не то чтобы вдруг раз там и что-то так вспыхнуло, бабахнуло, там нет, как-то так прикровенно, тихонечко, и вдруг мы все поняли, что она совершенно новая стала. И все стали спрашивать, как это, никто так. Вот. И в память об этом событии жители собрали там, ну, кто колечко, кто там сережку отдал, и вот мы изготовили вот такой венчик с жемчужинками, и, значит, его закрепили, как бы вот, вот такое, на память, да, такую корону сделали Божьей Матери. Это вот наша вот такая святыня. Сюда приходят люди помолиться о здоровье, об исполнении просимого, за детей молятся, поскольку, как вы видите, Божья Матерь предстоит здесь как раз у, ну там плохо видно, но это же распятие. То есть она молится у креста, на котором распят ее сын. Поэтому любая женщина, переживающая о судьбе своих детей, она приходит помолиться, конечно, к этой иконе. Здесь какие-то записки пишут тоже с просьбами. Но я их иногда забираю, молюсь по этим запискам тоже. Это вот подарок как раз отца Сергия, да, вот что-то вы мне подарили. Это вот такие иконы, изготовленные в Ведяево. Видите, тут по периметру даны портретные изображения всех погибших. Всех погибших 118, да? 118 моряков экипажа. Вот. Вот этого офицера я знал лично. Это капитан Пирогов Багрянцев. Вот. Верующий человек был. Слава Богу, перед уходом он исповедовался и причастился в Питере у отца Василия. Ja ikkagi, kuivõrd raske on Mitrofani jaoks olnud tema otsus? Nii, et tõesti, kas võid protjäänid suju ruku. Проявит свою волю, то человек не сможет противиться. Это очень властно всегда. Я жил уже в семье, семья, нормально все. И никогда себе это не представлял. Понимаете? Путь был жизни расписан совершенно, и я видел, что ничего не может измениться. Я двигался по службе успешно. Закончил академию, это значит, я должен был идти дальше уже по адмиральским стопам, то есть, и
и вместо этого со всей этой академией все это оказалось не нужно. Оказалось нужным совсем другое. И самое главное, что не сразу, конечно, но семья моя поняла это. Понимаешь? Это же не просто все. Это самое сложное. Да, это самое сложное. Как жене это понять, понимаете? Но она поняла это. На сегодняшний день мы все пришли к вере. То есть мы обрели гораздо больше, чем то, чего мы лишились. Как бы. Это было тяжело, но то, что мы получили взамен, оно оказалось, что того стоило. И они сейчас с вами здесь проживают? Нет, нет, в том-то и дело, что нет. Семья в Питере, да? Да, все живут самостоятельно. Ну, дети-то большие уже они. У меня дочери 30 лет. У меня позавчера был юбилей здесь большой. Слышали, да? Да, потому что отец Сергий — это последний, кто остался из гостей. Просто остальные уже уехали. Вот, тут приезжало много священников. Это очень правильно. Need, kes tundsid, panid seiklejate ja kalameeste hoidjale püha Nikolaile külla. Meie jätkasime oma teed isa Mitrofanni heade sõnade saatel. И ангела вам, хранителя, в вашем пути, непростом на сегодняшний день пройти по Терскому берегу в нынешнее время тоже. Не то, что раньше, когда лодки ходили взад-вперед, это было такое обычное движение. Сейчас все, надо возрождать.